31 декабря никто не будет смотреть «Иронию судьбы», звонко смеясь и строгая салаты. Все будут просто молча ждать полуночи, а потом вздохнут с облегчением и пойдут спать, не говоря ни слова. Запах мандаринок в этом году почувствуют не все. Так шутят белорусы. А теперь поговорим серьезно. Привет, меня зовут Энира, и я расскажу вам про последние данные о коронавирусе в условиях тюрьмы для белорусских активистов и активисток. Отдельного внимания требуют активные бездействия со стороны властей в отношении задержанных по политическим мотивам участников и участниц мирных собраний. Задержанным и осужденным по административным делам не оказывалась медицинская помощь. Люди с симптомами COVID-19 требовали осмотра медицинскими работниками, но кроме таблеток парацетамола им ничего не давали. ПЦР-тест на инфекцию, флюорографию или рентген никому не делали. Многие из них заболевали целыми камерами. После освобождения тест на COVID-19 у всех был положительным. У некоторых на этом фоне развивалась пневмония. Таким образом, жизнь и здоровье людей целенаправленно подвергали опасности. При этом в публичном пространстве были заявления от представителей власти о том, что участвующие в мирных собраниях белорусы сами виноваты в заболеваниях. Данная риторика появляется на повестке дня не в первый раз. Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Пиневич уже упоминал о виновности участников протестных акций в росте заболеваемости коронавирусной инфекцией. В том же Минске, если мы видим, что у нас будет сегодня, что мы наблюдаем сегодня в субботу, что мы наблюдаем по выходным дням. Тотальное отсутствие дистанцирования. Вот и все. Вот и все причины. По существу, в отношении участников и участниц массовых мероприятий осуществляется целенаправленное игнорирование антиковидных мер. И тем самым создается прямая угроза жизни и здоровью людей. Правозащитники описывают условия содержания активистов как бесчеловечные. Из последних новостей. По состоянию на 15 декабря в Беларуси находятся 155 политических заключенных, 23 из которых – женщины. Некоторым грозит до 8 лет тюрьмы. Всего по размещенным в открытых источниках данным на 22 ноября за участие в протестных мероприятиях по республике было задержано более 30 тысяч человек, причем зачастую эти задержания сопровождались необоснованным применением насилия. Мы продолжим информировать вас про ситуацию в Беларуси, стране, которая официально не признала эпидемию коронавируса. Подписывайтесь на наш канал и страницы в социальных сетях.